беру ее пушок. Чало есть, как говорится, такой окунь. Ну там что-то еще есть. Ну что, такая поклевка была мощненькая. Прям мощная поклевка была на твистера. Ну, похоже, твистер для этой рыбы слишком большой. Сейчас другим попробуем. Первый раз у меня на поролон клюнуло. Хотя я на него вообще, по сути, сильно и не ловил никогда. Но рыба не засеклась. О, был удар. Был удар. Попробуем на него. Опа! Ребята, есть! Вот она, щучка, небольшенькая, ну, стукнула поролон, все перекидал, все резинки свои, что были, а она на поролон захотела взять. Интересно, такая маленькая, пойдет. Поклевки были еще на белый твистер. Ну стукнет, отойдет, стукнет, отойдет. А вот на поролон прям сразу схватила одна. Второй заброс, поклевка. Ну, вот это что-то радует прям меня. Клевка, что ли, была, не понял. О, точно было. Хвоста нету. Ладно, есть у нас еще такие поролончики. Опа, она, что это было? Какая-то рыба. Значит, рыба здесь есть. Просто надо уметь ловить, похоже.
Блин, ну опять была поклевка. Была поклевка. Какая-то мелкая рыба, похоже. Всем привет. Сегодня нахожусь на реке Чулым. Погодку обещают хорошую. Вот поднимаюсь сейчас вверх. Пробиваю все самые перспективные места. Хочу подняться километров на 30-35. Половить судака, щучку. Вот пока окушочек только вышел, щучка небольшая. Так я это место прокидывал, все менял. Больше поклевок нет. С утра был мороз. Сейчас вот солнышко встает, начинает теплеть. А днем обещают аж до 13 градусов, так что нормально. Рыбалка. Сегодня 8 октября. Так что все, что, погнали ловить. Опять небольшенькая. Поролон работает, ребята. Работает поролон. Вот подсекать на него вообще печально. Он практически не подсекается. Вот он, ребята, первый судачок мой. Вот он, хороший. Килошный. Вот он, красавчик. Хорошо просек. Белый твистер, ребят, сработал. Красавчик. Килошка точно есть. Большая щучка. Сейчас здесь еще сорвалась побольше. Не знаю, судак или щука. Вообще место перспективное. Такая, ребятки, лошечка. Вот уже что-то, ребята, покрупнее маленькое. Наверное, тот сход, который был. Вот она, щука. Ну, это покрупнее. Уже хорошая щука. Вот уже хорошая. 2 грамма на 2. Белый твистер, ребята, работает. Кошечка есть. Хорошая. Утро.
утром не хотела брать рыбу. Вот сейчас вечером вернулся, на том же месте две щучки поймал. Белый твистер работает. Хотя и на поролонку выходила она, не засеклась, просто табурчок совсем маленький. Все, выловил я их тут. Попались, которые кусались. И световой день сейчас намного меньше, чем летом. Таких вот щучек наловил. Один судачок. Мелковатая, конечно, щучка. Ну что ж поделаешь, хоть такая есть. И то ладно. Одна на два, наверное, килограмма. Одна полтора. Пару килошек, а остальные все, наверное, ниже килошки. Но, тем не менее, улов такой нормальный получился. Так что все равно я доволен. Всем пока. Ни хвоста, ни чешуи.